детали приспособления, которые проходят через мои руки, я стараюсь показать их применение, использование. И буквально вот несколько дней назад я показывал и рассказывал изготовление, вернее, нарезка резьбы рым-болта, ну, который потом превратился в рым-гайку. Я не стал указывать и заострять это ни в описании, ни в процессе видео. Ну, мне все-таки вы показали, поставили на вид, что это рым-гайка, это никакой рым-болт. Ну, в данном случае не так важно, потому что суть видео была в том, как установить именно вот эту вот деталь, рым-болт это, либо это рым-гайка в трехколочковом патроне. И сегодня, опять же, я вам покажу именно использование, испытание той самой рым-гайки, их две штуки было, под нагрузкой. Какой там вес, я, честно говоря, не знаю, но поднимался контейнер, который был превращен в домик. Все это вы увидите своими глазами и, соответственно, делайте выводы, какая там была нагрузка, какая нагрузка допустима, ну и так далее. Ну а теперь смотрите, как это происходило. Валим, 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 валим. Серега, свет не включали? Нет. Стену там не все видно. Сана вперед наклоняем. Очкуешь, нельзя? А? Очкуешь? Да. Ты меня чуть с ног не сбил. Ну, сейчас это должен пойти, по идее. Ты за меня спрятался, да? Там конечно, видишь, его надо, чтобы он пошел, и в этот момент, чтобы он это, подхватил. Натянутый был, да. Оп. Там пусто, Серег. Да. Красавчик! Аж мокрый. Жарко на улице. Грызут там мыши палку. Что-то саморезы есть. Они на крыше валяли.
По идее, там можно по одним рукам, блядь, его фиксировать. Да, сюда. Я эти ключики, чё? Вот, не затянется. Не, ну вот по низу, да, это.